Здравствуйте, меня зовут Сергей, и это видео специально для компании «Авторос» и конкурса «Шины каждому». Мне 24 года, проживаю в Вологодской области, закончил обучение в университете по специальности «Химическая технология неорганических веществ», недавно пришел из армии. Теперь о вездеходе. Вездеход цельнорамный, переднеповоротный, полностью крытый тентовой тканью. Колеса диаметром 1400, камерное исполнение, диск конуса. Подвеска независимая, рычажно-рессорная. Управление передних колес осуществляется за счет рейки. Дверь на пневмоцилиндре. Теперь посмотрим внутреннее убранство вездехода. По центру вездехода располагается моторный отсек, обклеенный шумоизоляцией. В него встроен воздуховод для обдува лобового стекла. Под крышкой находится двигатель, вариатор, аккумулятор и коробка. При необходимости весь капот снимается за несколько минут и обеспечивает легкий доступ ко всем ранее упомянутым агрегатам. На водительском месте все достаточно просто и, как говорится, под рукой. Рычаг переключения передач, стояночный тормоз, педаль газа, педаль тормоза, стартер, свет, отопитель, тахометр, дворники. До этого вездехода у меня был опыт эксплуатации перелома. Отсутствие подвески, на которой сильно сказывалось на комфорте передвижения. Отсюда и появилась идея создания данного вездехода. Вездеход создавался в основном для поездок на рыбалку, а также сбора ягод и грибов. Он предназначен для перевозки людей, а также любых грузов. Лично я перевожу рыболовную оснастку и ягоды. Вездеход эксплуатируется в умеренном климате, круглогодично, по любому покрытию.
Thank you.